206 метров в длину, 25 в ширину. Лайнер «Альбатрос», красовавшийся в среду у морского вокзала, далеко не молоденький мальчик в круизном флоте. Ему уже почти полвека. Когда-то он считался одним из лучших и комфортабельных лайнеров мира. Но и сейчас выглядит неплохо, особенно для своих лет. И до сих пор ходит вокруг света. Это первый заход лайнера «Альбатрос» во Владивосток. И то, что наш порт оказался в круизном маршруте, говорит о том, что жителям Европы интересен Приморский край. Первый круизный лайнер в сезоне постарались встретить достойно. На причале туристов приветствовали барабанщицы и другие коллективы «Далербстуза». Карты и путеводители на немецком языке раздавали специалисты туристско-информационного центра Приморского края. Конечно, организовали и осмотр достопримечательностей. Программа очень интересна, они сами ее проверяли, смотрели, поэтому как бы подготовили то, что они хотели. Интерес огромный у них появился у нас к нашим церквям, к лютеранской церкви, особенно к православной нашей гимназии, которая единственная на Дальнем Востоке. Очень много интересных таких, конечно, обзорная экскурсия, общее впечатление, чтобы получить. То есть они везде катались, смотрели, попробовали русскую кухню, тоже очень интересно. Для них это важно, что они едят. У всех практически были блины, борщ, пельмени. После экскурсии обратно на борт. Времени на долгие прогулки по городу нет. Даже покупки мимоходом, на бегу. У причала прилавки с сувенирами. К слову, ассортимент достаточно скуден. Матрешки, обереги, косметика. Немцы прижимисты и рачительны. Смотреть смотрят, но тратить деньги не спешат. А продавцы не обижаются, угощают гостей чаем. Конечно же, кроме водки, наша земля богата еще и иван-чаем, собственно говоря. Вот который мы здесь их пытаемся их познакомить с нашими русскими традициями. В качестве угощения даем им меда, разные сиропы, все из диких наших лесов. После Пусана Владивосток предстал перед немцами зеленым и цветущим только в их воображении. Среда выдалась хмурой и серой. Приморская столица оставила двоякое впечатление. It's cool. Здесь очень холодно, но мне понравилось. Понравилась Россия. Было бы неплохо вернуться, но добираться сюда тяжело. Мы посетили много мест. Железнодорожный вокзал, главную площадь, субмарину. Смогли немного погулять и купить сувениры. Я практически ничего не знала о Владивостоке, отправляясь в путешествие, но сегодня узнала многое. Здесь очень хорошие люди и современный город. Я не думаю, что вернусь сюда снова, потому что далеко. Мы приехали из Германии, а это огромное расстояние. Я знал о Владивостоке только то, что это конечный пункт Транссибирской магистрали. Мне понравилось тут не очень многое, потому что у нас был не очень хороший гид. Я не вернусь сюда, потому что я человек в возрасте, мне 80 лет. Следующий город, который увидят немцы в рамках своего путешествия, японская Якогама. А Владивосток будет ждать новых гостей. В этом сезоне дальневосточную столицу посетят такие лайнеры, как Коста Сирена, Коста Неа Романтика, Маздам, Вестердам и другие. Всего в порт Владивостока зайдут 16 больших круизных судов. Катерина Матвеева, Станислав Лазебный, новости на Восьмом.